Здравствуйте, уважаемые телезрители! На календаре октябрь, а на телеэкране очередной выпуск программы «Газетный дождь», который вместе со мной, автором и ведущим журналистом Вячеславом Воронковым, для вас подготовили режиссер Любовь Попова, телеоператор Юлия Гончар и видеооператор Михаил Анисков. Сегодня в центре внимания наших телезрителей оказались не трансляции заседаний сессии Верховной Рады, а цены и еще раз цены и еще раз цены. Как известно, в Украине с 1 октября в качестве эксперимента было отменено государственное регулирование цен на продукты питания. Сразу появились заявления, что это приведет к удорожанию хлеба и других социальных продуктов. Эксперты отмечают, что отмена государственного регулирования цен на продовольствие давно назревший вопрос. Дело в том, что ценовое регулирование было введено в Украине в середине 90-х годов прошлого века. В такой способ власть пыталась влиять на стоимость продуктов питания по всей стране. По задумке тогдашнего правительства, производители должны были декларировать свое решение о повышении цен, направляя соответствующую информацию в органы государственной власти. Но сегодня схема государственного регулирования цен практически уже не работает. Хотя за время своего действия она также срабатывала по-разному. К примеру, при Викторе Януковиче, когда он был премьером, государственное регулирование цен стало не столько декларативной, сколько разрешительной процедурой. Государственное регулирование в конце концов свелось к коррупции. На сегодня государственному регулированию подлежат надбавки к стоимости, связанные с логистикой и транспортировкой продукции. Для некоторых товаров ограничивается рентабельность и самое главное, вышеупомянутое декларирование цен. Это означает, что для повышения цены на продукты питания выше 1% в месяц производитель должен получить разрешение в органах местной власти и государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Все это приводит к тому, что издержки производства могут вырасти в любой момент, но соответствующие изменения в цене произойдут не сразу, а только после разрешения государственных органов. Тут и появляется пресловутая коррупционная составляющая и возможность давления на бизнес. Чиновникам выгодно затягивать с решением, чтобы компания, которая несет прямые убытки, стала более сговорчивой, либо же выписывать штрафы тем, кто не дождался разрешения и попытался продать товар подороже. Находили одну гривну, больше или меньше, и начинали компании наказывать огромными штрафами, санкциями. Это антикоррупционный шаг, который, я думаю, будет правильно воспринят украинским бизнесом, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, аргументируя решение Кабинета министров по отмене государственного регулирования цен. Кстати, госрегулирование во многих аспектах зависит от местных властей, и это также усложняет работу компаниям. Продавая свою продукцию по всей стране, они сталкиваются с различными условиями контроля цен в регионах. Но, как показывает исследование, регулирование цен никак не влияет на рост стоимости продуктов. В регионе, где цены контролируются, и там, где регулирование отсутствует, продукты стоят практически одинаково. Таким образом, государственное регулирование не приносит желаемого эффекта, а зачастую ухудшает ситуацию на рынке. Необходимо декларировать цены, увеличивает коррупцию и, как следствие, растут административные расходы предприятий. Результатом данного шага, как отмечает в нашем кабинете министров, должно стать не изменение цен, а восстановление нормальных условий работы пищевой промышленности. Эта мера является ярким примером дерегуляции, направленной на создание нормальных рыночных условий путем устранения возможностей для коррупции и упрощения правил ведения бизнеса. Гройсман обещает реакцию, жесткую. Те же, кто боятся роста цен после отмены государственного регулирования, могут не переживать. Во-первых, сакральный для наших граждан продукт хлеб решение правительства обошло стороной.
цена на хлеб не будет повышаться. Ценовое регулирование отменят для большинства круп, молочных продуктов, макаронных изделий и многого другого. Во-вторых, установлен пробный период в 3 месяца, на протяжении которых власти будут следить за изменением ценников. Как отметил Гройсман, те, кто, задрав цены, попытается нажиться после отмены госрегулирования, будут наказаны. Если бизнес поймет, что мы добросовестно подошли к тому, чтобы не давать давить на предприятие, думаю, что реакция бизнеса должна быть адекватная. Но если кто-то захочет злоупотреблять, то мы тогда будем реагировать жестко, сказал премьер-министр. Направление выбрано абсолютно правильное. Без дерегуляции украинскую экономику ждет дальнейший застой и инвестиционный голод. Но для снятия данных барьеров государство должно подготовиться. Ведь на смену государственному контролю должны прийти рыночные механизмы, которые слабо развиты в нашей стране, к сожалению. Например, производители смогут воспользоваться ситуацией и поднять цены, вступив в сговор. В таком случае в игру должен вступить антимонопольный комитет Украины, который пока не может похвастаться эффективной работой. Между тем, достаточно вспомнить лишь прошлогодний скачок цен на гречневую крупу. Все мы его помним. На фоне сокращающихся запасов гречки на складах, ее стоимость в розничных сетях выросла в несколько раз, дойдя до 50 гривен. Причем госорганы так и не выяснили, а кто же был тогда виноват в прошлом году? Оптовые поставщики или торговые сети? Но для покупателей это не так важно, как то, что никто не был наказан, а цена начала снижаться лишь только с новым урожаем. Рынок пищевой промышленности точно необходимо избавлять от рудиментарной нормы государственного регулирования, которая только мешает развиваться отечественным производителям и ритейлерам, затрудняет привлечение инвестиций в эту отрасль. Но сделать это без эффективно действующих регуляторов, которые способны обеспечить нормальное функционирование рынка, невозможно. А если рыночные механизмы работать не будут, то тогда отмена государственного контроля вряд ли пойдет на пользу. Так что следующие 3 месяца могут быть показателем того, способна ли нынешняя власть вести Украину к свободному рынку. Или советский стиль управления до сих пор господствует в чиновничьих кабинетах на Киевских холмах. В 2017 году ряд социальных норм в Украине могут быть пересмотрены. Наряду с продлением ограничений по выплате пенсий для работающих спецпенсионеров, которые были введены еще в 2014 году, правительство предлагает расширить количество плательщиков единого социального взноса. Это позволит, хотя и незначительно, но снизить нагрузку на бюджет пенсионного фонда. Кроме того, наш Минфин намерен расширить свое право доступа к базам данных государственных органов для более эффективного процесса верификации социальных выплат. Не отказались в кабинете министров и от идеи пересмотра порядка начисления стипендий в 2017 году. Предложены нормы, которые сократят количество стипендиатов как среди малообеспеченных категорий населения и сирот, так и получателей академической выплаты. С некоторыми предложениями депутаты все же согласились. Еще одна особенность бюджета 2017 года – это увеличение финансирования медицины. Только на закупку лекарств правительство намерено потратить на 2 миллиарда гривен больше, чем год раньше. Правда, к этой перспективе эксперты относятся со сдержанным оптимизмом. Сейчас урезано уже все, что только можно урезать. Параллельно с проектом бюджета на 2017 год правительство подало в парламент пакет законопроектов, которые повлияют на расходную и доходную часть бюджета. Именно на этих документах рассчитан баланс бюджета. Так, в пояснительной записке к правительственному проекту закона о государственном бюджете номер 5130 говорится об экономном и рациональном использовании государственных средств. Финансовые возможности государства ограничены. Поэтому на 2017 год правительство Владимира Гройсмана продлевает некоторые ограничительные нормы по пенсионным выплатам, введенным еще в 2014-2015 годах кабинетом Яценюка. В течение следующего года будут действовать ограничения для работающих пенсионеров. Они смогут претендовать только на 85% своей пенсии.
выплата при этом не должна быть менее 150% от прожиточного минимума для нетрудоспособного граждан. Сейчас это 1968 гривен. В полном же объеме пенсии можно будет получать только уволившись с работы. По данным Пенсионного фонда, к концу 2015 года это ограничение распространялось на 645 тысяч работающих пенсионеров, и экономия за 9 месяцев действия в этой нормы Пенсионного фонда Украины составила 3 миллиарда гривен. По оценкам ведущего научного сотрудника Института демографии и социальных исследований Лидии Ткаченко, в этом году эффект может быть еще больше, минимум 4 миллиарда гривен. Ограничение предложено продлить и для получателей спецпенсий и пожизненного денежного содержания. К этим категориям, как известно, относятся все бывшие члены правительства, народные депутаты, прокуроры, судьи. Максимальный выплат, как и предыдущие годы, составит 10 прожиточных минимум. При этом за основу берется прожиточный минимум, установленный с 1 сентября 2015 года, а именно 10 740 гривен. В проекте предложения на 2017 год этот предельный размер не изменен, а значит содержание спецпенсионеров может сохраниться на прежнем уровне, если, конечно, за отставников не побеспокоятся нынешние депутаты. И о делах одесских. 5 октября представители радикальных организаций со второй попытки сорвали заседание Одесского апелляционного хозяйственного суда по делу о банкротстве нефтеперерабатывающего завода. Один из присутствующих в зале молодых людей облил коллегию судей зеленкой и шприца. Апелляция должна была рассмотреть жалобу на решение суда первой инстанции, который признал долги нефтеперерабатывающего завода перед офшорными компаниями одного из кошельков семьи Януковича Сергея Курченко. Первоначально радикалы Сергей Хадияк, обвиняемый по делу 2 мая, и Николай Доценко прервали заседание суда, требуя у судей показать свои удостоверения. Активисты обвинили судей в продажности и поддержке стороны, пытающей обанкротить нефтеперерабатывающий завод в пользу офшорных компаний. После получасового перерыва, во время которого охрана в зале усилилась, неизвестный из-за спин других активистов облил коллегию судей зеленкой. Основная часть антисептика попала на мебель и запачкала документы. Судьи отделались несколькими каплями на лицах, а нарушителю удалось сбежать. После этого здание апелляционного суда заминировали по телефону, а представители кипрских компаний Курченко потребовали впредь вести заседание в закрытом режиме. Депутат городского совета от блока Петра Порошенко Лилия Леонидова уверена, что апелляционный суд должен приостановить рассмотрение дела, поскольку уже открыто уголовное производство. 26 сентября народный депутат Алексей Гончаренко подал заявление в СБУ Генеральную прокуратуру. Сейчас проводится расследование. На балансе НПЗ есть дома, где живут простые одесситы. Сейчас им отключили воду и готовятся отключить отопление, сказала депутат горсовета. Также стало известно, что судьи хозяйственного суда Одесской области и апелляционного хозяйственного суда Одесской области решили прекратить свою работу, так как их терроризируют общественные активисты. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайтах судов, решение о прекращении работы было принято после того, как судьи подверглись атаке активистов, пока рассматривали дело о банкротстве Одесского нефтеперерабатывающего завода. Неизвестными лицами непосредственно в судебном заседании в ходе рассмотрения дела по заявлению ОАО «Энергоснабжающая» компания «Одесса Облэнерго» о признании банкротом ОАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» были совершены насильственные действия в отношении судей с целью принуждения к вынесению желаемого судебного решения, говорится в совместном заявлении. Работа судов в нормальном режиме вследствие противоправных насильственных действий общественных активистов невозможно, наряду со срывом судебного заседания по данному делу. Другие судебные заседания, назначенные на 5 октября, не могут проводиться в условиях неприкрытого агрессивного давления на суд, как государственное учреждение по отправлению правосудия.
Так говорится в совместном заявлении. Дальнейшее осуществление правосудия Одесским апелляционным хозяйственным судом и хозяйственным судом Одесской области в условиях физического, психологического давления невозможно и противоречит законодательству Украины, поскольку может поставить под сомнение законность судебных решений, беспристрастность и объективность судей, а действия общественных активистов препятствуют другим гражданам в доступе к правосудию, считают судьи. В заявлении также говорится, что по факту произошедшего коллективы судов направят соответствующие заявления на имя президента Украины, премьер-министра, генпрокурора, главы СБУ и министра внутренних дел. Всеукраинская рабочая газета продолжает исследовать процессы децентрализации, который проходит в Одесской области. Собственный корреспондент в Одесской области Владимир Крещук рассказывает об этом процессе, проходящем в южных районах Одесской области. Летом на Одесщине стартовал децентрализованный марафон, благодаря которому эксперты в течение года должны посетить 50 населенных пунктов области. Причем эта акция является широкомасштабной и охватывает все регионы Украины. Всего в громадах страны за полгода должно пройти около 1000 выездных мероприятий, которые организуют региональные отделения Ассоциации городов Украины. Региональные консультанты информируют о преимуществах децентрализации, разъясняют процессы и этапы объединения громад, консультируют и помогают подготовить необходимые документы и проекты решений. Однако после того, как жители Одесской области начали обстоятельнее вникать в ход реформы, перед ними начали вырисовываться новые проблемы, говорит юрист Алексей Левинчук. Особенно людей встревожило укрупнение районов. Их число с 26 может уменьшиться до 4. Например, жители Саратского района беспокоят, что в случае ликвидации района поселковая община не сможет содержать нынешнюю пока еще районную больницу. А их районный центр на очередном этапе административно-территориальной реформы, скорее всего, переместится в Белгород-Днестровский. Правда, у саратцев начала теплиться надежда на то, что их район все-таки удастся сохранить. Появилась она вскоре после того, как депутаты областного совета решили выделить из областного бюджета местной районной больницы на ремонт и обновление оборудования почти 5 миллионов гривен. Однако на последней сессии областного совета эти средства были перераспределены. Большую часть из них, 2,5 миллиона гривен, направили на ремонт дороги Меняйловка-Староселье. Это дорога в Саратском районе. Еще более полумиллиона на нужды амбулатории в селе Надежда и фельдшерско-акушенского пункта в Староселье. И тут ситуацию решили вмешаться саратские чиновники, решившие, что перераспределенные на ремонт дороги средства лучше всего направить на нужды больницы. Надо ли объяснять, что такой поворот дел вызвал возмущение у 1500 человек, живущих в Староселье и почти четверть века мучающихся от того, что после каждого дождя, а также весной и осенью, они оказываются отрезанными от большой земли. В село не могут добраться машины скорой помощи, школьный автобус, невозможно завести хлеб. А когда один социально значимый объект решает финансировать за счет другого, то возникают и дополнительные сложности с децентрализацией, которые невозможно понять с позиции здравого смысла. Отрицательную оценку общественности Болградского района вызвали действия чиновников районной администрации, направивших в адрес областной власти предложение о разделе районов на 4 территориальные группы. Ведь ранее здесь при обсуждении вопросов территориальной реформы уже возникали предложения о создании в районе отдельных громад. По этому поводу даже созывали специальную конференцию, на которой после долгих прений пришли к выводу. Есть смысл сохранить все имеющиеся 19 самодостаточных громад в рамках существующего Болградского района. Недавно в Болграде провели вторую конференцию общественности по вопросу сохранения административно-территориальной целостности района, участники которой выразили несогласие с делением района на 4 громады. При этом вспомнили мнение президента Украины Петра Порошенко, который также выражал желание сохранить Болградский район. Кстати, это его родина, он там родился, в селе Софьяны, о котором он вспоминает. Мы даже представить себе не могли, что при реализации закона о добровольном объединении территориальных громад будет игнорироваться мнение общественности и нарушаться закон,
закон, говорил заместитель председателя районного совета Михаил Садоклиев. Пока же чиновники предпочитают не задумываться над тем, что процесс децентрализации регионов идет вразрез с продекларированным Киевом строительством демократического общества. Руководитель болгарского национально-культурного общества Хан Аспарух Василий Терзи предложил рекомендовать депутатам районного совета рассмотреть на сессии вопрос о действиях райадминистрации, направивший предложение к перспективному плану децентрализации без учета мнения жителей района и решения районного совета. Этот пункт к резолюции конференции был поддержан большинством голосов. В единогласно принятом итоговом документе участники конференции отмечают, что выводы рабочей группы областного совета и облгосадминистрации, а также офиса реформ по вопросу децентрализации не отвечают интересам и желаниям жителей Болградского района и нарушают принцип добровольности при объединении громад. А общественность района просит включить в перспективный план на 2017 год пункт о сохранении Болградского района и 19 его громад. Кипят страсти в селе Выпасном, это под Белгород-Днестровском, большинство жителей которого не желает входить в состав объединенной территориальной громады с городом Белгород-Днестровский, который расположен в 6 километрах. Во-первых, выпаснянцы боятся, что городская власть может устроить после объединения на территории села свалку, так как в Белгород-Днестровске своего места для сбора отходов больше нет. Не добавляет энтузиазма и депрессивный район города, село Переможное, ранее бывшее сельским населенным пунктом. На территории Выпаснянского сельского совета, в который входит также села Сухолужье, Турлаки, проживает более 9 тысяч человек. Здесь была создана инициативная группа из депутатов местного совета, педагогов, медиков и предпринимателей. Активисты проводят общественные слушания и собирают подписи против навязываемого чиновникам объединения с городом. Большинство людей склоняется к тому, чтобы остаться самостоятельной громадой или создать объединенную территориальную громаду с Мологовским сельсоветом. Мы поедем с протоколами общественных слушаний в областной офис реформ, говорит депутат Выпаснянского сельсовета Алена Драгомоченко. Согласно закону, объединение громад должно проходить добровольно и выражать мнение большинства жителей общины. И я надеюсь, что нас внимательно выслушают и примут правильное решение. Россия была и остается опасной территорией, и каждый, кто туда ездит, должен трижды подумать. Россия – это агрессор, и мы знаем о многочисленных провокациях в отношении украинских граждан на территории России. Павел Климкин, министр иностранных дел Украины. Гость сегодняшней программы – заслуженный юрист Украины Николай Степанович Таянов, встреча с которым проходит сегодня по многочисленным просьбам телезрителей. Почему так резко ухудшилась криминогенная ситуация в Одессе и в Одесской области? Почему так называемые реформы в силовых структурах не приносят желаемого результата, а неудачная кадровая политика привела к тому, что милицию, прокуратуру стали покидать и зачастую не по своей воле опытные специалисты? Это все вопросы нашей с вами безопасности, уважаемые телезрители. И как показывают события последних месяцев, одесситы уже не чувствуют себя защищенными от разгула преступников. Что делать? Где искать спасение обычным гражданам? Вместе с телезрителями пытается найти ответ на этот и многие другие вопросы заслуженный юрист Украины Николай Степанович Стоянов. Николай Степанович, вы сегодня уже не являетесь работником органов прокуратуры, являетесь, скажем так, заслуженным пенсионером, но у вас за плечами огромнейший опыт, который оценен. Вы являетесь заслуженным юристом Украины, такие звания так просто не даются. И очень интересно ваше мнение по следующим вопросам. Скажите, у нас начался новый этап
в развитии украинской прокуратуры связаны с тем, что на должность генерального прокурора назначен человек, у которого нет юридического образования. Может быть, следует ожидать, что аналогичные назначения будут происходить и в звеньях прокуратуры ниже, в областной, в районной, в городской прокуратуре. Будут назначаться верные партийцы, так сказать, это солдаты партии, без юридического образования. На ваш взгляд, этот процесс идет в правильном направлении? Я не могу так давать оценку, грубо говоря, этому назначению. Не хочу, как могу, но не хочу. Правильно, неправильно покажет время. И все-таки подходить к кадровому подбору, наверное, все-таки должны быть назначаться профессионалы. Мы же не можем хирургом назначить или заведующим поликлиникой человека без медицинского образования. Что это будет? Так и здесь, наверное, все-таки юрист, который, это же законодательство, его надо знать досконало, грамотным быть, чтобы давать оценку тем или иным материалам, тем или иным событиям, тем или иным преступлениям, правильно квалифицировать, как, не зная базы, как можно руководить органом. Я согласен, может, генеральный подберет себе сильных, грамотных замов, и они будут вести в правильном направлении прокуратуру, то есть в направлении закона. Законность и порядок, все, что должно быть в прокуратуре. Но чтобы это поддерживать, нужны быть знания и опыт. Без этого ни одно ведомство, ни одно учреждение существовать не может. Ну давайте будем, вот я там чуть занимаюсь аграрным бизнесом, семья на протяжении десятка лет. Без агронома я же не могу засеять. Хотя я имею высшее юридическое образование. Но в этом вопросе я, хотя вырос на земле, но, наверное, было бы неправильно, если бы я начал бы заниматься агрономией. Это было бы смешно, и, наверное, бы всходы были бы не те, и урожай не тот. Поэтому давайте придерживаться тому, что юрист, прокурор – это юрист, как во всем мире принято. Это что, адвокат, нотариус, прокурор, судья. Но завтра мы судьи будем назначать без юридического образования. Послезавтра адвокатов будем подбирать. Люди, они будут нас защищать, не зная закона. Сможет адвокат, не имея юридического образования, не зная закона, защитить нас с вами? Ну, наверное, нет. Он будет говорить общими словами, общими фразами. Будет выглядеть смешно и глупо. Поэтому все-таки разум и ум должны править, а не глупость. А генеральному я пожелаю только успехов, чтобы он подобрал сильных, независимых, грамотных, честных, некоррумпированных людей на места. И дай Бог им удачи, дай Бог, чтобы они смогли навести порядок, дай Бог, чтобы они смогли побороть преступность и снизить тот сумасшедший рост, который в сегодняшний день наблюдается. Но я все-таки сторонник, что прокурором должен быть юрист хотя бы. Прокуроры областей и местные прокуроры, или бывшие районы, как мы их назовем, должны быть люди со знанием своего дела и со стажем работы в органах прокуратуры. Ну не может человек, который ни дня не проработал в прокуратуре, даже будет, может быть, он прекрасный юрист, но не зная специфики органа, он не сможет организовать работу и дать результат, который ожидает. А результат один – защита прав и интересов государства и граждан. Все. И ответственность каждого за совершенное деяние перед законом. Поэтому как можно дать оценку, не зная закона? Совершил человек преступление, как ему дать, квалифицировать, как правильно? Он же не может нести наказание за то, что не совершал. Он должен нести наказание только за то, что совершил. Правильно? А как без этого, без знания? Я с вами согласен. И в этой связи, продолжая вашу мысль, хочу сказать, что в эти дни проходит назначение новых прокуроров областных. Назначен прокурор в городе Одессе, назначен прокурор, вернее, не так, отстранен от должности и уволен прокурор в Ровно, назначен прокурор в Николаевской области. Николаевская область вам, как говорится, близка, вы там очень долго работали. И вот во время назначения нового прокурора Николаевской области вы уж извините, опять стали вспоминать Стоянова.
Оказывается, Стоянов не смог предотвратить, а даже возглавил события в Оврадиевке. Оказывается, там при Стоянове на глиноземном заводе проходили все эти махинации, о которых это благодаря Стоянову, это говорили ваши противники, естественно, не друзья, оказались на грани полного уничтожения судостроительные заводы. Скажите, а чем вы так прославились вот на прежнем месте работы до Одессы в этой Николаевской области, что сколько времени прошло, а Стоянова все там вспоминают? Ну, надо посмотреть на тех людей, кто вспоминает и пишет, посмотреть их историю становления и кто они, понимаете, что они делали и почему они так активно, грубо говоря, поливают меня грязью. Это грязь, причем здесь заводы ко мне. Когда я был назначен прокурором Николаевской области, известные всем заводы ЧСЗ и 61-го коммунара лежали, они, рабочих там было, если на ЧСЗ работало 36 тысяч, то было, по-моему, тысячи или полторы, и он ничего не делал, не строил, ничем не занимался. Просто тупо завод стоял и искали инвестора. Это я пришел в 2003 году в январе. Также 61-го коммунара. То же самое ситуация была. До сих пор что-то их не запустили, что-то они не стали работать. Я уже там 5 лет не работаю. Также касаемо глиноземного, он был продан российскому бизнесмену до меня. Он работает. Поэтому какие ко мне вопросы, я не знаю. До меня все это состоялось. Потом, когда я вернулся второй раз в прокуратуру Николаевской в 2005 году, ЧСЗ было продано тоже российским бизнесменам. Я не буду называть фамилии, я думаю, кому надо, тот знает. Да, потом перепродан, но завод не работал. Они его покупали, он был в нерабочем состоянии. Вот и все, и не надо рассказывать то, чего не было. Тем, кому я не угоден, это их проблемы, потому что я не угоден по одной лишь причине, потому что я мешал им воровать. Вот и все, почему я не молчал, я не стоял в стороне. И есть много интересных дел, которые были при мне возбуждены и доведены до суда, десятки дел. И уровень преступности был снижен от, там, допустим, я точно не буду вдаваться в цифры, но в несколько раз. Так же самое, угонов не было на то время, поверьте, за 7 лет с копейками, которые я руководил прокуратурой Николаевской области. Плюс мы занимались благотворительностью, может, это не свойственно прокуратуре, меня тоже за это критиковали. Мы поддерживали детский дом, это можно поехать узнать, это Николаевская-Погореловская школа в Жотном районе, там больные дети туберкулезом, сироты. Мы полностью взяли на себя, так сказать, обеспечить их нормальным питанием, нормальным жильем. То есть, например, 6,5 лет мы этим занимались, делали какие-то ремонты, помогали. Я просил некоторых бизнесменов, я, грубо говоря, и из домашних денег, то, что зарабатывались, говорят, великий, ну, меня считают, что великий бизнесмен, миллиардер, миллиардером никогда не был, и я... Люблю зарабатывать деньги, я люблю их тратить, я их тратил на благотворительность и трачу. Миллионов у меня нет, поэтому можно их проверить, кому это интересно. Если кто-то, еще раз повторяю, найдет за границей где-то хоть 10 тысяч у меня, я ему подарю их. Земли, я все... Поэтому это просто, никто не хочет проверять, но зато все об этом говорят. А в Радиевке? В Радиевке я в 2011 году был уволен из должности прокурора Николаевского 17 июня, а в Радиевке была, по-моему, в 2013 году. Поэтому после того, как я ушел, прошло 2 года, потом были события в Оврадьевке. Как я мог их там возглавлять или мешать расследовать, я не знаю. Мало того, я в 2013 году ушел по собственному желанию из органов прокуратуры, с должности зампрокурора Киевской области. И вешать на меня, ну я не знаю, опять же, прислушиваться к мнению 10 или там, можно проанализировать, кто пишет, да. И прислушиваться к их, посмотреть их историю, откуда у них появились деньги, бизнес, и можно выйти на интересные факты, что это все, грубо говоря, отобрано, забрано у людей, поэтому у меня там были и дела серьезные по этим же лицам, поэтому они сейчас возмущаются, что-то кричат, я не стремлюсь прокурором стать снова Николаевской области, у меня такого желания нету, не было, я два раза, ну, один первый раз я год проработал, второй раз, считай, 6,5. 7,5 лет я отдал прокуратуре Николаевской. Я решил вопрос с жильем для работников прокуратуры. Кто ко мне обращался из граждан, я всегда их принимал.
У меня не было такого, чтобы я не принял человека и не помог ему. Не было. Мы возбудили, были серьезные дела в отношении дома, руководителя дома престарелых, где дело ушло в суд. Это единственное дело на Украине в то время, это был 5-й или 6-й год. Было дело возбуждено в отношении председателя хозяйственного суда, в отношении двух председателей районного суда. То есть были громкие серьезные дела. Я всех перечислять не буду. Кому это интересно, пускай посмотрят, когда я работал, причем здесь Врадиевка, причем здесь ЧСЗ, Глиноземный и т.д. и т.п. Николай Иванович, вы были уволены из органов прокуратуры с должности прокурора Одесской области на основании закона о люстрации. Скажите, а чувство обиды у вас есть, что вот вас взяли и по люстрации, так сказать? Я хочу услышать ваше мнение об этом законе, о его юридическом качестве. Я думаю, что говорить о качестве даже не стоит, какое там качество. Это просто издевательство. Но вообще над всей законодательной базой страны. Если появляются такие законы в стране, значит, общество нездорово. Это все, все, что я могу сказать. Не может закон ущемлять меня в правах. За что? А не за что, потому что ты был в то время. А если кто-то ездил, ехал случайно в самолете с Януковичем, так что? Он ему тоже помогал узурпировать власть? Тоже был пособником его или что? Причем здесь я или такие, как я, к Януковичу? Какое отношение и как мы могли, занимая должность прокуроров областей, помогать ему зарабатывать деньги или узурпировать? Я что, собирал деньги, ходил, есть информация, и носил их Януковичу? Или через его передавал ему или что? Почему не ставят вопрос о том, о бездействии депутатов Верховного Совета, когда вносились изменения, о бездействии судей Конституционного Суда, или не то, что бездействие, они совершили преступление? О бездействии руководства Генеральной прокуратуры на то время, почему не было, они должны были сразу отреагировать, потому что прокуратура, увидев нарушение закона, должна была, имея на то время те полномочия, сейчас они сузились, она моментально должна была отреагировать на это. Также депутаты должны были что сделать? Хотя бы кто-то обратиться к Генеральному прокурору о том, что совершено преступление. Этого тоже не было. Сейчас выгодно. Вот, ура, это очко втирательства. Замыливание глаз перед людьми. Выгнали прокуроров. Ура, прокуроры все негодяи, коррупционеры. Мы сейчас их всех уничтожим. И общество, и граждане заживут богато и счастливо. Ну, поменяли уже 5 составов прокуроров областей. Стало лучше жить? Я как работал, занимался, там, помогал жене, я как кушал хлеб с маслом, так его и кушаю. И абсолютно меня прокуратура никогда не содержала. Я за счет прокуратуры и кресла своего не жил, не богател, ничего себе не покупал за счет прокурорского кресла или прокурорского удостоверения. Я никогда им не козырял. Я всегда себя вел скромно, как и моя жена, и мои дети. Они всегда вели себя скромно в быту, в обществе, где бы они никогда не козыряли, не говорили «жена прокурора» или «дети прокурора». Потому что это в нашей семье не принято. Мы живем спокойной, нормальной, уравновешенной, европейской, как рассказывают, жизнью. Мы никого не оскорбляем, мы никому не хамим, мы никому не дерзим. Хотя, наверное, иногда хочется пару таких сказать нехороших слов некоторым руководителям области, которые позволяют себе с экрана оскорблять. И меня в том числе, не видя меня в глаза. Вот какая Европа. Если это Европа, то я в такую Европу не хочу. Я хочу в Европу, где меня будут уважать, где меня будут ценить, где будут считаться со мной, где будут ко мне относиться как к личности, как к моей семье, не будут поливать грязью мою семью, не будут придумывать какие-то бредовые, находить факты, которые не имеют места в моей жизни. Какие-то Испании, какие-то и Врадиевки, еще что-то, заводы. Причем здесь я к заводам? Ты уже рассказывал, что я Коблево все захватил. Есть некоторые депутаты, которые ограбили сельское хозяйство десятками тысяч гектаров, повыкидывали людей сейчас. Потому что я свою, вот я вам один пример, не буду его называть, но когда-то я скажу, свою бытность прокурор одного из районов возбудил дело по его директору. А дело то 60 тысяч гривен. Вопрос, цена вопроса, заплатишь штраф и все, захват земли общественной, общего пользования, там дороги перепахали, ну, как всегда, сельские дороги, ну, проезжая, ну, в полях же, ну, есть. Понятно, да. Эти дороги. Возбудили дело, и все, и пошло-поехало. Он потратил, наверное, сотни тысяч долларов, оббегал порожу. Но 60 тысяч гривен не заплатил. И вот до сих пор, это был, может, 7-й, ну, наверное, нет, это был, вы сказали, что 10-й год. Я не буду так, где-то так.
И вот на протяжении этих 6 лет вот он посылал сюда пикетировать прокуратуру, пачкает меня, сам нет, но через кого-то. Запустил там генеральному, сказал, что я захватил все Коблева, отобрал. Так не я, это он это все делал. Я никого ничего не забирал. Я всегда за себя плачу. Везде, в кафе, в баре, в ресторане. Так приучены мои дети. Мои внуки тоже их этому учу. Чужое не твое. Если кто-то найдет что-то, которое у кого-то что-то забрал, я готов ответить. Николай Степанович, ну, сейчас вы уже не носите погоны, да, прокурорские. На вас стали распространяться определенные свободы, которых вы раньше были лишены. Например, вы имеете теперь право состоять в политических партиях, быть избранными в руководящие органы партии. Вы можете заниматься бизнесом, чего вы раньше не имели права, будучи работником прокуратуры. То есть у вас появился новый, абсолютно неизведанный для вас кусок жизни, который вы, так сказать, длительного периода своего времени работы в прокуратуре были лишены. Скажите, вот чем сегодня занимается генерал прокуратуры Стоянов? Что вы делаете? Разгружаете уголь, работаете в кочегарке? Чем вы занимаетесь? Я вам скажу, я не боюсь никакой работы. Я человек, который начинал работать после школы грузчиком в колхозе, поэтому если надо, я буду сам и копать, я не боюсь. Я сейчас езжу, идет уборка, есть же предприятие сельхоз там, в одном из районов Одесской области, в Николаевской, небольшие, они небольшие, ну и чем заниматься, уборка идет, я занимаюсь, контролирую. Эти средства, которые, как бы часть средств или определенный процент средств, я стараюсь помогать школе, садику, это есть. В прошлом году мы так делали, церковь там помогаем ремонтировать. Ну, даст Бог, уже в этом году закончим. Каждый год мы выделяем сельсовету, садику, школе. Это в вашем родном селе? Я в родном селе помогал церкви, я помогал школе, я помогал там, был случай, когда заболел парень, серьезно, в этом году надо были средства. Я полностью его лечение оплатил. Он выжил, его поставили на ноги, слава Богу, пускай живет молодой человек, ему 16 лет, парнишке. Мне сказали спасибо. И я этому рад, что я помог. А таких случаев в моей жизни и практике было много. В своем, там, в одном из районов Николаевской области, я говорю, мы ремонтируем, опять же, собор, школа, каждый год мы это делаем. Мало того, я бываю в школе, в прошлом году было, если там старшеклассников 3 человека, говорю, и если кто-то тянет на поступление в ВУЗ, я готов даже на коммерческое проплатить полностью учебу. Ну, главное, чтобы они сдали ЗНО, чтобы они соответствовали тем критериям оценки, которые дали возможность человеку. Ну, директор мне сказала, что на сегодня, в этом году таких нет. Я говорю, следующий, вот, пожалуйста. Сейчас я тут занимаюсь ремонтом на Воробьева академика, детская поликлиника, психиатрическая. Да. Там сделали одну палату, сделали двор, сейчас буду делать вторую. Я всегда, я люблю этим заниматься. Почему? Потому что я хочу, когда вижу, что я... Есть результат, мне больше ничего не надо. Я к деньгам отношусь спокойно, я как их зарабатываю, так и ими сорю. А какие ваши политические предпочтения сегодня? Вот я, как бы, будем так говорить, придерживаюсь принципов, есть партия «Патриот», это мой коллега ее создал с нуля, Николай Ярославович, что я как бы в Одессе сейчас как бы, буду и занимаюсь же как бы, этой политической силой. Патриоты. Партия «Патриот». Просто «Патриот». Да. Мы уже ездили в Большую долину, там детский дом, детский санаторий, правильно. И мы, по-моему, там постельное покупали. Есть руководитель партии Алексеенко Алена Юрьевна, ее муж генерал Алексеенко. Мы как бы поддерживаем дружеские отношения, занимаемся добрыми делами. И это самое важное для каждого человека. Не поливать кого-либо грязью, не кидать камень в соседа, огород, и не завидовать соседу, что он построил хорош, а ты сделай больше, ты сделай лучше. То, что я желаю своим коллегам новым, и по Одессе, и по Никакову, вы сделаете больше. Заслужите уважение, заслужите доверие, и поверьте мне, у вас будет все хорошо. И я верю, что в Николаевской области нормальный толковый прокурор, что он поставит на место всех, кто
грубо говоря, занимался не совсем законными делами. Я думаю, что с его приходом преступность будет все меньше и меньше, а те, кто совершал, будут нести ответственность. В Одессе то же самое могу повторить и для одесского прокурора. Тут поле деятельности больше, тут проблем намного больше. Ну, дай Бог ему удачи, дай ему терпения, силы, воли к победе. Дорогу осилит идущих. И если ты хочешь что-то делать, ты всегда сделаешь. А если не хочешь, ты ищешь причину. Поэтому не надо искать причин. Нету проблем. Проблема есть одна – нежелание что-то делать. Интернет-источники сообщили, что в свое время у прокурора области Стоянова угнали джип. Его нашли? Нет. Я почему спрашиваю? Опять же, интернет-источники сообщили, что буквально вчера у губернатора Одесской области Михаила Саакашвили был угнан джип стоимостью 6 миллионов гривен, бронированный. Что угнали его подельники вора в законе грузинского Глонти, которого разыскивает Интерпол, который сегодня задержан правоохранительными органами Украины. И угонщики поставили условие. Джип будет возвращен, если будет прекращено преследование этого вора в законе. Как вы думаете, вернут джип нашему губернатору или нет? Ну, если они пойдут на условия, которые им выдвинули, наверное, вернут. И возвращая к своему джипу, я мог его, конечно, за деньги выкупить, как говорят в Одессе. Но я вам скажу, у меня совсем другая жизненная позиция. Я, даже если мне за самую мизерную цену это предложили, я не согласился бы. Я лучше буду пешком ходить, но никогда на сделку не пойду. Я никогда людям, тем более водителям, платить не буду угонщикам. Никогда. Пускай горит этот джип, я не вместе с ним. Понимаете? Я лучше на трамвае буду ездить, но денег не дам. Это принципиально. Это же насколько надо себя не уважать, чтобы быть прокурором области и пойти на сделку с кем? Я еще заработаю себе на джип. Аж совесть как свое внутреннее состояние потом. Как себя чувствовать, как в дерьме, что я уплатил это... Нет. А политологи предсказывают, что Украина стоит на пороге мощнейшего социального взрыва, который произойдет, вероятно, в октябре месяце, когда начнут действовать новые тарифы на тепло в квартирах. Двухкомнатная квартира, скажем, в городе Одессе, по таким усредненным показателям, тепло ее будет обходиться в 3 500 гривен, оплата тепла. Правительство успокаивает население Украины. Не волнуйтесь, мол, эти субсидии, которыми мы обещаем и гарантируем обеспечить малоимущих, покроют все расходы, и вы не будете много платить за тепло. Скажите, не кроется ли вот в этих рассуждениях наших чиновников какая-то, скажем, лапша, которую они вешают на уши населения? Я думаю, это, знаете, чистый бред, понимаете? Это люди настолько некомпетентны, настолько бездарны и глупы. Ну, вы меня извините, есть мировая практика, которая говорит, что нам? Что 20-30% от пенсии и зарплаты в состоянии только 20-30% гражданин проплачет. Если больше, все, он уже начинает, что, грубо говоря, голодать. У него начинаются проблемы, как себя пропитать. То есть весь мир идет, ну, может, в Африке по-другому, я же не знаю. Но при чем здесь субсидии? Вы создайте рабочие места, подгоните зарплаты к нормальному уровню жизни. Просчитать легко, сколько необходимо на сегодняшний день, чтобы пропитаться. Легко, не надо там без там икры черной и красной. Вычислите элементарно, что надо человеку. Что он вообще должен кушать в день, каждый гражданин? Что необходимо для того, чтобы питать организм? Чтобы не страдал ни мозг, ни организм. Это все легко. В нынешний век технологий все просчитывается. Выходите из этой суммы. И не несите сказки, что 1200 можно прожить и пропитаться. Ну возьми и пропитайся. Почему они министрам или кому там, начальникам дороги, там 300 тысяч зарплаты, я точно не помню, да, Укрпочта 330, да. Так дай ему прожиточный минимум и дай ему субсидию, пускай он живет.
А другой вопрос. 95% населения рынется за субсидиями, ребята. Так а что, они будут месяц стоять в очередях и не выйти, и не ходить домой? Или это будет адресные? Тогда откройте людям, грубо говоря, карточки дайте банковские, чтобы сразу эти субсидии шли на карточки, чтобы он хотя бы и через... А зачем тогда другой вопрос? Создайте банковскую эту систему, банк. Где эти средства будут сосредотачиваться? И платите напрямую. В списке людей, да? Какие проблемы? Но это глупо. Это глупо. Я думаю, на сегодняшний день они не знают даже реального количества тех людей, которые нужны субсидии. Я думаю, что они не знают. Мало того, у нас же население стареет. А пенсии у нас какие? Мало того, у нас нету рабочих мест, естественно, некому бюджет, платить. Некому платить. Да. О чем они говорят? Это обы что говорить? Да, субсидии, да, это все будет, кому хорошо будет. У нас на сегодняшний день мы реально видим картину бюджетную. Что с бюджетом? Никто же ее не видит и не знает. Насколько в состоянии бюджет преодолеть это? Все. Я думаю, то, что они просчитали в прошлом году, на сегодняшний день далеко не так. И тех денег, которые они забили в бюджет, не хватит и половины. Где вы мне скажите, какая страна европейская, которую мы так рассказываем 2,5 года, Европа, мы в Европе, мы европейская страна, в какой европейской стране есть такое состояние дел? В какой европейской стране говорят о субсидиях? В какой европейской стране, грубо говоря, коммунальные услуги превышают в 3-4 раза пенсии? Вот, допустим, пенсионер, двухкомнатная квартира, 1200 пенсия, а 3500 надо отдать. Вы мне скажите, в 3 раза? Ну, это что за вообще? Что это за Кабмин, что это за министр экономики, кто там министр, кто они считают, как они считают? Ну, вы знаете, они просто идут на уничтожение экономики и народа этого. Ну, так же нельзя. Так же нельзя. В этой стране можно всем прекрасно жить. В этой стране территория, земля, недры, ресурсы позволяют, чтобы все жили безбедно. А получается, небольшая кучка, я не знаю, сколько там, 0,5% живет супербогато, а остальные живут просто супербедно. Некоторое количество времени назад вы стали героем антипрокурорского Майдана. Перед зданием областной прокуратуры там ходили, водили хороводы, вешали какие-то плакаты, чтобы снять Стоянова с должности. Сегодня проходит антитрухановский Майдан. Скажите, вот у нас сегодня настало, вероятно, время в классификатор профессий вводить должности. Профессиональный провокатор, профессиональный пикетчик, да, понимаете? Профессиональный волонтер. Да, за что платят, так сказать, это деньги? Вот, профессиональный, ну, скажем так, это личный карманный журналист, образно говоря. Скажите, ну разве вот эти пикеты, это форма разговора, диалога, когда одна сторона требует там, ну, скажем, решения вопросов силовым, волевым путем и не хочет выслушивать аргументы? Ваше отношение вот к этой мотивации, которая движет этими людьми, которые появляются там, которые пытаются кого-то заставить уйти? Ну, я думаю, во-первых, надо посмотреть, что, опять же, что это за люди, что это за личности, чем они занимаются, чем они заняты целый день, за какой счет они живут, у них тоже есть квартиры. То есть они на работу не ходят, они пикетируют прокуратуру или прокурора, пытаются добиться, чтобы его уволили. Ну, меня уволили не из-за них, а по люстрации. Ну, понятно, понятно. И да. Влиять на какие-то назначения, ну, это смешно. В какой стране, опять же, европейской, да слабо развитой, вы мне назовите страну, где бы стал вопрос о смене или назначении прокурора, потому что 10-20 человек вышли на улицу, которые меня в глаза не видели, меня никогда не слышали. Первый раз, когда меня назначали в 2014 году, этих вопросов не возникало. Потому-то что через 2 года они вспомнили, что Стоянов такой-сякой нехороший,
чем я им не пришелся. Я их не знаю, этих людей. Но мы знаем, кто это организовал. Это господин Саакашвили и товарищ Боровик. Они там сами выходили, это все зафиксировано, бегали, рассказывали, что меня надо убить, зарезать, уничтожить и все, что угодно. Потому что я такой-сякой, опять же, не видя меня, господин губернатор себе позволял оскорблять меня. Это президент, представляете, уровень президента бывшего, который себе позволяет оскорблять, притом не только меня, всех и вся, кто ему не угоден, кто, кого он не любит по той или иной причине, кто ему как-то мешает сразу, ублюдок, подонок, и наша пресса красиво это все выкладывает. А это что, культура? Это что, Европа? В Европе журналист бы позволил себе беседовать с человеком и позволять ему оскорблять кого-либо другого? Я думаю, чтобы этого не было. Но журналисты разные бывают. Не, я ничего, я просто говорю, да. Я за тех говорю, кто слушал, кто слушает. Почему он все время на этом Ньюсване канале сутками там зависает? Где же его работа? Чье место, конечно. Если он является платным, грубо говоря, как это, не работником Ньюсвана, пускай там и работает. Или экспертом основным у нас в стране. Он губернатор. Его место в кресле. Пускай занимается. Сейчас уборка идет. Помогает людям. Пускай разберется. Потому что сейчас так валят цены. Так бедные те мелкие фермеры страдают. Вот где бы занялся наш славный... А у него палатка есть на трассе. Был. Был я в палатке, вы знаете. Был в палатке. Может, месяц опять не буду врать. Назад проехался, было час дня, спросил там двое молодых спортивных, ребят, говорю, где губернатор? Они говорят, будет вечером. Я говорю, а можно к нему на прием записаться? Нельзя. Я говорю, только передайте, что Стоянов Николай Степанович хотел записаться на прием. Потом я ехал в село, там, в одно из сел. Потом возвращался назад, всем было вечера, опять говорю, а где реформатор? Будет позже. Я говорю, подождите, как он будет позже, если он в Киеве? Смотрят на меня. Я говорю, так передайте ему большой привет. Я хочу с ним увидеться, встретиться. Хочу ему помочь разобраться, что-то подсказать. Может быть, я все-таки знаю регион. Я ничего не претендую. Вот он говорит, что есть какие-то у него идеи. У кого есть тоже какие-то идеи, предложения, готов их выслушать. Я говорю, я открыт, я готов. Приезжаю домой. Было 9:30 или 10, опять же. Наш славный губернатор, наш реформатор, наш борец за права человека, Ньюсвани, толкает речи, рассказывает, что он только что с палатки, а его не было ни вчера, ни позавчера. Потому что я до этого тоже люди ездили. Понимаете, врет, и все хорошо, все проходит. Не было его в той палатке, ничего там не делает. Там в палатке столик и 4 стульчика. Старая палатка, я бы какую-то палатку, старая взводная палатка, я в армии служил, знаю. И машина с прибалтийскими номерами, запомнил, номарочкой, два парня. Тоже те, кто принимали участие в антипрокурорском Майдане, или антистояновском, как мы называем, ну, Стоянов, так, вот так он, видно, я был в Грузии как-то замечен, раз он меня так не взлюбил. В Грузии я не посещал, Михаил Никонозович, не был. И дай Боже, чтобы никогда туда не попадал во время вашего правления, потому что очень много интересного я узнал и услышал о ваших реформах. И я не хочу таких реформ. Я хочу реформы для человека, для каждого человека. У нас не может быть одни негодяи, одни хорошие. У нас все люди хорошие, у нас все люди добрые. Мы у себя на земле, мы без ваших реформ обойдемся. Мы нормально себя чувствовали до вас. И дай Бог, после вас будет все нормально. Мы кушали, все нормально. У нас было все в порядке. Не переживайте за нас. Не надо нам ваша помощь. Вы ее за год, уже второй год, какие реформы? Снесли знак на Хаджибеевском лимане, снесли забор там в Аркаде, поставили палатку, назначили на таможню своего человека, своего прокурора назначили до этого. Все ваши реформы. И дальше что? Дожили, что у вас угнали машину. Вот это реформа правоохранительной системы. Мало дожили то, что вам ультиматум. Я не знаю, насколько это правда, потому что я не читал. Вам выдвигают. Да. Так это просто над вами смеются, потому что вы не состоялись ни как руководитель, ни как реформатор. Вы просто болтун, который говорит, сам не знает что. А вы говорите. А людям говорю, люди, думайте головой, вы же умные. Ну когда слушаете, вы хоть что-то поставьте, реально это или нет. Причем здесь я, который здесь 11 лет не жил и не работал.
То есть я жил здесь, не работал, я извиняюсь. Какое отношение? Вы хотите узнать, что я сделал в 2014 году? Так я вам еще раз повторяю. Нефтепродукты дело на 2 миллиарда. Где эти нефтепродукты? По аэропорту ИС на 1,5 миллиарда. Где это все, ребята? Я не говорю о тех десятках дел, которые были возбуждены, там тоже миллиардные убытки. Хоть копейка возвращена реформаторами. Улицы в Одессе переименованы. Это серьезный успех. Это серьезно. Вы знаете, ваше село родное переименовано. Да, да. Меня просили, чтобы вмешаться, сказал, ребята, я не буду этим заниматься. Вот вы как считаете, так и поступаете. Я считаю, это просто оттягивает людей от глобальных проблем. Пытается кинуть какую-то кость им, и они начинают. Я считаю, что первый должен был шаг – это благосостояние людей. Вот это было бы. Это повышение уровня жизни людей. Это повышение зарплат, это повышение пенсии, создание рабочих мест. Это возможность лекарства, нас медицина. С вами, нас с вами, взрослых людей, обеспечить себя, суметь заплатить коммуналку, суметь выйти в театр, в кинотеатр, суметь, и чтобы у нас была возможность выйти с семьей, скушать эту порцию мороженого. Вот какая должна быть европейская, независимая, демократическая и правовая страна Украина. Не нужны нам болтуны. И не нужны вам ваши реформы, которые привели нас в тупик. Реформа – это каждый день создание одного рабочего места. Реформа – это ответственность всех перед законом. Грамотные, сильные правоохранители смогут навести порядок. Николай Иванович, вас поддерживают тысячи телезрителей, которые сейчас смотрят нашу программу. Поэтому хотелось пожелать вам, вашим единомышленникам по вашей политической партии «Патриоты», успехов, когда есть люди, которые заботятся и ставят во главу угла благо народа, этим людям доверяют. Я еще обращаюсь к одесситам, жителям Одесской области, если у кого-то есть какие-то проблемы, не дай бог, вопросы, пожалуйста, обращайтесь, чем смогу, я всегда приду. Да. Я небольшой реформатор, но, не дай бог что-то, я всегда приду на помощь. Без слова реформы, без какого-то желания, чтобы за меня что-то завтра что-то сказал хорошее. За меня говорят мои дела. Их много. Может, я тоже где-то делал ошибки. Но я никого не обидел, не кинул, не обманул, не отобрал. И ничего не обещал, не сделал. Все. Удачи вам. Спасибо. До новых встреч. И возвращаясь к делам одесским, согласно Конституции, первое назначение на должность судьи осуществлял президент Украины сроком на 5 лет. Так было до недавнего времени, пока был не принят новый закон. Однако оказывается, что некоторые судьи решают закончить свою карьеру еще до окончания 5-летних полномочий. Почему? Судья Приморского районного суда города Одессы Крикливый Олег Николаевич назначен судьей сроком на 5 лет указом президента Украины Януковича от 23 января 2012 года. 5-летние полномочия судьи Крикливого заканчиваются только в 2017 году. Однако 16 июля 2016 года, после 4 лет работы судьей, судья Крикливый написал заявление об увольнении в связи с нежеланием продолжаться заниматься судебной деятельностью. Журналисты, как сообщает интернет-издание «Цензорнет», решили проверить, что именно стало причиной такого решения судьи Крикливого. Поиск нового назначения по жизни или желание избежать проверки своей работы, которая ждет его после окончания 5-летнего срока. Итак, согласно декларации судьи Крикливого за 2014 год, основным доходом его семьи является заработная плата судьи. В 2014 году судья Олег Крикливый заработал 203 тысячи гривен, из которых зарплата составила 181 тысячу гривен. По данным портала «Наши гроши», кроме супруги и другие члены семьи, судьи Крикливого владеют 12 квартирами, 5 машиноместами и другой недвижимостью на 350 квадратных метров. Как видим, судья Олег Крикливый имеет немало недвижимости, которая могла бы вызвать ряд вопросов во время прохождения им квалификационного оценивания. Однако Олег Николаевич решил избежать этого процесса, вероятно, и написал заявление об увольнении. По информации интернет-издания, на рассмотрение высшей квалификационной комиссии судей находятся 3 жалобы в отношении деятельности судьи Крикливого. Ну, не очень радостная информация. Международном валютном фонде не исключает, что курс доллара в Украине в 2017 году может вырасти до 46 гривен.
в конфиденциальных документах Международного валютного фонда, которых нет в открытом доступе, содержатся прогнозы специалистов, которые допускают, что в 2017 году курс доллара в Украине может вырасти до 46 гривен, сообщает апостроф раздел «Экономика». Издание даже опубликовало копию новой редакции меморандума о так называемом сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом. По мнению аналитиков, из обнародованных материалов следует, что курс под 46 гривен за доллар возможен. Специалисты фонда констатируют, что ожидаемое сокращение государственного долга Украины остается уязвимым к риску снижения темпов роста экономики и продолжения падения курса национальной валюты. Неопределенность в экономике Украины сохраняется даже после успешного завершения реструктуризации государственных обязательств и будет сохраняться даже в случае полного выполнения программы сотрудничества с Международным валютным фондом. В случае такой шоковой девальвации банки снова понесут убытки, и властям придется поддерживать их за счет бюджета. В результате этого государственный долг может вырасти до отметки 116% ВВП в 2017 году и более 160% ВВП в 2018. Не придает гривне уверенности ситуация во внешней торговле Украины, резко ухудшившей в последнее время свои показатели. В частности, по данным Госкомстата, негативное сальдо внешней торговли товарами составило в июле текущего года 265 миллионов долларов, а за 8 месяцев с начала года почти миллиард долларов. Вряд ли исправит положение дел и миллиардный транш, который получила Украина, и который пытается выдать за большую победу правительства. Не победа это. В первые дни после этого гривна вроде бы окрепла, но уже с 20 сентября она снова пошла вниз. Очевидно, не поможет ни американский миллиард, ни европейские 700 миллионов. Это кредит Европейского банка реконструкции и развития на закупку газа пройдет транзитом «Газпрому», написал в своем блоге автор программы «Гроши» телеканала 1+1 Александр Дубинский. В дальнейшем ситуация на валютном рынке в значительной степени будет зависеть от общей экономической и политической ситуации в стране. Продолжающее падение экспорта на фоне роста импорта потребительских инвестиционных товаров потенциально является серьезным фактором риска. При этом ситуация с траншем Международного валютного фонда и связанным с ним финансированием остается крайне неопределенной. На этом фоне любой кризис, например, эскалация военных действий или обвал на мировых финансовых рынках, может значительно усилить девальвационное давление на валютный рынок, считает главный аналитик Unicredit Bank Андрей Приходько. 4 октября газета «На пенсии» отметила свой 11-й день рождения. За время своего существования газета росла и развивалась. Постоянно вводились новые рубрики, читатели задавали новые вопросы, находили новых друзей. На сегодняшний день эта газета является самым популярным изданием в Одесской области, широко известна за пределами нашего региона. В прошлом году у газеты появился свой новостной портал. В этом году украинская версия газеты. Она стала двуязычной. За это время у нее появилась многочисленная армия поклонников, которые каждый вторник ждут нового выпуска этого действительно полезного и познавательного издания. А в чем же секрет успеха газеты «На пенсии»? Скорее всего, здесь дело в очень хорошем слаженном коллективе, а также творческом подходе сотрудников газеты. Журналисты пишут не только о пенсионном законодательстве, а и о том, как интересно провести досуг, что лучше посадить на дачном участке или как интересно провести время с внуками. Недаром тираж газеты «На пенсии» сегодня достиг 60 тысяч экземпляров. Это самый высокий тираж в Одесской области. Из них 18 тысяч еженедельно получает газету по подписке. 14 октября гостем программы будет учредитель газеты «На пенсии. Одесская жизнь», заслуженный журналист Украины Геннадий Чебанов. С ним тогда и поведем разговор о завтрашнем и сегодняшнем дне самых популярных в Одессе газет. А сегодня, с днем рождения газеты «На пенсии», больших вам, коллеги, тиражей, верных читателей, высоких гонораров, творческих удач и исполнения самых смелых планов. Ну, ветераны помнят, что отличительная черта времени, когда у руководства страной под названием СССР находилась коммунистическая партия, состояла в том, что на каждое критическое выступление газеты, радио или телевидения следовала мгновенная реакция.
В январе 1950 года в газете «Большевистское знамя», сегодня она не существует, последнее ее название — газета «Юг», была опубликована статья «Навести порядок на рынках Одессы». А уже 13 марта на страницах газеты было опубликовано сообщение о результатах проверки, которые были изложены в газете. Народный суд второго участка Ворошиловского района Одессы по результатам проверки прокуратуры города фактов, опубликованных в газете «Большевистское знамя», осудил бывших работников рынка Розенфельда и Герцковича к 10 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях, каждого рубщиков мяса Тартаковского и Гарцмана к 5 годам заключения каждого, а работников Флика и Ведомского к 1 году исправительно-трудовых работ каждого. Но где те суды, где прокуратура, которая в упор не замечает сегодня газетных публикаций, в том числе и одесских, о ворюгах и бандитах, о коррупционерах и взяточниках, о депутатах-ворюгах? Я не знаю, как историки назовут время, в котором нам всем выпало с вами жить. Не знаю, какие слова они найдут, но найдут они историки, чтобы рассказать о мерзостях нашего времени, которое всех заставило не радоваться дню завтрашнему, а вздрагивать от каждого сообщения о повышении цен, тарифов. Игорь Миронович Губерман об этом времени написал следующие строки. «В этом странном окаянстве как живу я, чем дышу, шум и хам царят в пространстве, шумный хам и хамский шум». Чего-чего? А хамов действительно развелось сегодня превеликое множество. Мелькают они и на телевизионных экранах, и на газетных страницах. Но их мало, и это радует, потому что честных и порядочных гораздо больше, чем их. И до встречи в следующую пятницу. Не болейте, крепитесь, надейтесь, как и я, на лучшее. Оно не покинет нас. С вами был автор и ведущий программы «Газетный дождь» Вячеслав Воронков. Удачи!